Всем привет! С вами Ольга Ягзина. Я стою на побережье Белого моря. Прямо за нами находится остров Синуха, на котором мы на протяжении вот уже второго года восстанавливаем старинный поморский промысел солеварения. За два года мы провели большую работу. Во-первых, мы выиграли грант, который нам позволил провести химико-биологические исследования воды Белого моря, позволил провести архивные изыскания в нескольких архивах России, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Северодвинска, Архангельска. Мы восстановили дорогу к острову, которую строила еще Антанта, построили служебные помещения, очистили побережье и остров от мусора, построили солеварню. Проектом солеварни послужили изображения со старинных гравюр. На нашем проекте работали жители соседних деревень Паньгомы и Куземы, мы сами и гости, которые были у нас на острове прошлым летом. Возрождение старинного промысла вызвало большой интерес у тех туристов, которые уже были здесь, и те, которые планируют побывать. Наша соль имеет 63 микро- и макроэлемента. В ее состав входят гумусовые и гуминовые кислоты, поэтому использоваться она может как в спа-процедурах с добавлением трав. Это и хвощ, и тысячелистник, и пижма, и ромашка, и клюква, и фокус. Фокус считается водорослью долголетия, так и в пищевом сегменте. Вот эту соль мы сделали себе сами. Это соль с добавлением фукуса. И еще нашу поморку включили в международный каталог «Ковчег вкуса». Чтобы развиваться дальше, нам нужна упаковка для пищевой соли и для спа-соли. Вот этот вот керамический горшочек нам сделали мастера из Петрозаводска. Он ручной работы. Мы планируем привлечь к изготовлению упаковки мастеров местных, карельских, которые работают со щепой, которые работают с берестой. Потом нам нужен на остров очень нужен ветрогенератор. Нам нужен пресс, нам нужен опреснитель для воды. Нам очень много всего. Всего нужно, и мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку. В дальнейшем мы планируем развивать это историческое место. Вот, ведь первое упоминание, например, о Паньгоме, это самая близкая к нам деревня, датируется 15 веком, и это мало кто знает. А возрождение промысла позволит открыть новые рабочие места. И, может быть, нам удастся остановить отток местного населения из этих отдаленных районов Севера Карелии. Благодарим вас всех за внимание. Спасибо большое. Надеемся на вашу поддержку и ждем вас в гости.